с перебором сейчас. Страшное что-то. Во-первых, это будет фонить, как бы мы ни старались. Не, ну то есть вот если только один человек будет держать ручку, вот тогда нормально. Ну, божественно, друзья мои. Ну, что? Вот это вот. Очень так хорошо. Спектр такой. Немножко соло. Все-таки лучше, потому что она сразу настраивается. И это, конечно, немаловажно. Здесь, конечно, она динамически мне куда больше вот и понятна, и удобна. То есть совершенно как-то так вот другие ощущения. Ну-ка, она перегрузит на самом главном и страшном. Ну, в общем, наверное, это круче. Но, как мне кажется, все-таки все эти инструменты, они больше сейчас подходят вот к такой музыке. Здесь вот лучше нет. То есть это точно. Мы, конечно, сейчас можем посмотреть, вот как работает вибрато. Да? Интересно даже, вот, насколько это сейчас расстроит гитару. Thank you.
дрянь, я бы сделал так. И был бы очень удивлен, что его фирменные приемы не получаются. В Америке, уверен, это сразу же вот, ну вот схватят. Потому что посмотрите, какое нечеловеческое сочетание черного и вот этого вот, ну как он называется, я не знаю, это вот перламутр там или там мрамор, там, я не знаю, зеленый. Ну, то есть это очень, конечно, колоритно. Вот у нас это, конечно, нашего человека это, в общем-то, скорее отпугнет.